Первую домашнюю игру года хоккейный клуб «Саров» проиграл с разгромным счетом 4-8. Уступили спортсмены хоккеистам из Кстова. Встречу на выезде саровчане выиграли. В ответном матче «Фортуна» оказалась на стороне соперника. Без явного лидера. Два периода. Игра шла на равных. Первый отрезок матча принес по две шайбы в каждые ворота. Счет открыли саровчане. Команда Кстова не осталась в долгу, отправив две шайбы в наши ворота. На перерыв команды ушли со счетом 2-2. Еще четыре шайбы порадовали зрителей во втором периоде. Также по две в каждую сторону. Команда атакующая, много бросков постоянно. Приходится постоянно быть в игре. Счет 4-4 продержался на табло в третьем периоде лишь 7 секунд. В самом начале игрового отрезка спортсмены Кстова забили саровчанам гол. Шайба стала решающей. После нее наши хоккеисты упустили инициативу. Спустя несколько минут еще одна шайба увеличила разрыв в счете 4-6. Когда постоянно приезжаем в Саров, игра действительно у нас такая интересная, то есть захватывающая. Много болельщиков приходит посмотреть. Сегодня что по игре? Игра получилась такая тяжелая. Играли, можно сказать, тогда первые ошибки. Счет был одинаковый, 4-4 когда было. Где-то собрались, забили. И удача в нашу сторону повернулась. Пытаясь спасти ситуацию, саровские спортсмены за 5 минут до конца матча решили снять вратаря. Но даже вшестером не смогли сломить оборону соперника. При этом пропустили в свои ворота еще 2 шайбы. Не знаю, что случилось. Где-то нас не хватило, где-то недоработки какие-то. Несмотря на досадное поражение со счетом 4-8, хоккейный клуб «Саров» остается лидером чемпионата, уступая в турнирной таблице лишь «Оке», которая играет вне зачета. До плей-оффа наших спортсменов осталось 2 игры. Ближайшая домашняя состоится 10 февраля. «Саров» скрестит клюшки с «Окой». Надо выигрывать. В плей-офф надо заходить только с боевым настроением. Домашний матч «Сарова» с хоккейным клубом «Ока» традиционно покажет в прямом эфире канал «Саров-24». Все новогодние праздники мороз уверенно держал отметку в минус 20 градусов. Многие провели каникулы, не выходя из дома. Лежали на диване, доедали салаты и другие калорийные блюда праздничного застолья. Как результат – лишние килограммы, отеки и плохое самочувствие. Как привести себя в форму после новогоднего изобилия и поддержать свое здоровье, нам рассказали в клубе «Артфитнес». Лишние килограммы – неприятное последствие после длительных новогодних праздников. Как правило, многие люди в это время накрывают обильные столы, едят много и не всегда полезно. А вот двигательной активности становится меньше. Некоторые могут все праздники пролежать на диване. В теле накапливается лишняя жидкость, заполняется кишечник. От этого люди могут не только видеть изменения в зеркале, но и ощущать тяжесть, вялость, снижение энергии. Специалисты говорят, что не нужно резко садиться на диету, практиковать интервальное голодание. Нужно потихонечку привести в порядок питание, как оно было до того, как начались эти новогодние праздники, когда появился уже профицит по калориям. И, конечно же, вопрос, как люди питались до этого. Здесь вот сложно сказать, да, какие-то такие общие рекомендации, потому что мы не знаем культуру питания большинства. Самое важное, что нужно сделать после Нового года – увеличить двигательную активность. Тренер советует двигаться в любое свободное время и в любых форматах. Это могут быть не только тренировки, но и прогулки на свежем воздухе, катание на коньках или лыжах. В обеденный перерыв можно пройтись до магазина, прогуляться пешком до работы, вместо доставки самостоятельно дойти до магазина. Постепенно нагрузки нужно увеличивать. Человек проходит 10 тысяч шагов. Это активность на уровне комфортной для жизнедеятельности. Вообще это норма. Это не выше того, что должно быть. Это норма, которую человек должен проходить. Но если вы хотите что-то поменять в своей жизни, здесь нужно еще что-то добавить. 10 тысяч шагов – это вот про здоровье. Но мы не говорим для того, чтобы что-то изменить в своей жизни. Общая рекомендация по корректировке питания – снизить потребление сахаросодержащих продуктов, кондитерских изделий и добавить больше белка, если нет проблем с почками, и полезного жира. Лучше всего перед тем, как менять режим питания, проконсультироваться с врачом, сдать анализы, проверить гормональный фон. Если хотите питаться правильно, используйте для здоровья, изучайте состав того, что кладете в продуктовую корзину.
Люди совершенно не читают то, что они покупают, они не читают состав продуктов. То есть можно выбрать один продукт и можно выбрать другой продукт. Они будут как бы одинаковые, но если почитать состав, то они будут совершенно разные, даже по составу жиров. Сейчас практически везде у нас есть трансжиры. Трансжиры не выводятся из организма, они все это у нас остается внутри, на сосудах, ну и еще там много где. Поэтому когда вы готовитесь к празднику, вы составляете меню, ну, попробуйте сделать это меню таким, чтобы минимизировать количество углеводов. Планируйте праздники грамотно. Впишите в свой список правильное меню, пешие прогулки, зимние виды спорта. Главное не лениться и ввести активность в привычку. В клубе «Артфитнес» тренеры подберут для вас индивидуальную программу тренировок, составят план питания, помогут с постановкой целей. В фитнес-клубе большое количество разнообразных тренажеров на все группы мышц. Позаботьтесь о своей физической форме вместе с «Артфитнес». Улица Лесная, 39. Воспитанники школы ИКАР успешно выступили на чемпионате Нижегородской области по легкой атлетике в новогодние праздники. Начав год с побед, спортсмены продолжают тренироваться, чтобы добиться еще более высоких результатов. У спортсменов не бывает каникул. Они не представляют своей жизни без частой физической нагрузки, испытаний силы, выносливости, регулярных тренировок. Ребята без спорта, как без воздуха. В новогодние праздники воспитанники школы ИКАР успешно выступили на чемпионате Нижегородской области по легкой атлетике. Вошли в десятку лучших в своих дисциплинах. Кирилл Механошин и Алина Шишкова в беге получили новый спортивный опыт, который оказался им очень полезным. Мария Девяткина дважды стала победительницей на дистанциях 200 и 400 метров. Последние соревнования мне вполне себе понравились, потому что поставил новый личный рекорд. Испытал новые эмоции, приближалась с более сильными соперниками. На беге 400 метров занял 4-е место. Я соревновалась с ребятами, у которых были такие спортивные разряды, как мастер спорта, кандидаты мастера спорта. Они были все старше меня. Вот. Я была самая младшая, и поэтому 6-е место тоже хорошо. Но, конечно, я могла показать более лучший результат. Кирилл Механошин в составе областной сборной будет защищать честь и Сарова, и региона. Также ребята усердно готовятся к первенству России по легкой атлетике, которое пройдет в этом месяце. Тренер Марина Мачкаева считает, что для спортсменов важен не только учебно-тренировочный процесс. Соревнования – это возможность показать свои результаты и достижения. Поэтому воспитанники школы ИКАР любых возрастных категорий стараются как можно чаще принимать участие в спортивных состязаниях. Легкая атлетика – это совсем не легкий вид спорта. Тяжелый, я даже сказала. Но с чем привлекает? Ну, наверное, многообразием. Здесь можно и побегать, здесь можно и прыжкам научиться, и барьеры вот мы делать, тренироваться учимся, и выносливости можно научиться. Девиз школы ИКАР – учись побеждать. Для получения спортивных разрядов и золотых медалей нужно развивать особую дисциплину еще с малого возраста. Следуя наставлениям тренеров и задавая себе цели, обязательно приблизишься к успеху. В 3 года я пришла в легкую атлетику. Мне понравилось бегать. Нет, мне не сложно. Просто трудно бежать. Когда ты бежишь, тебе нужно задыхаешься, дышать тяжелее становится. Школа ИКАР идеально подходит для занятия любыми видами спорта. А достижения воспитанников секций мотивируют идти вперед и не сдаваться. В спортивной школе ИКАР новый тренер по баскетболу. Николай Бодрухин раскрывает своим воспитанникам все секреты своего мастерства. Как вести мяч, сохранить его от соперника и, главное, как метко попасть в корзину. При этом старается сделать процесс тренировок максимально творческим и интересным. В спортивной школе ИКАР 11 видов спорта для детей и взрослых. Среди них есть и командные игры. Баскетболом интересуются и младшие ребята, и подростки, и старшеклассники. В этом учебном году у них появилась возможность заниматься с новым профессиональным тренером – Николаем Бодрухиным. Николай завершил спортивную карьеру и решил в качестве хобби научить детей мастерству. Еще на первом занятии он понял, что ему действительно интересно это дело. А его миссия – показать школьникам ценность здорового образа жизни и спорта. Так как баскетбол – командный вид спорта, это еще и коммуникация, это взаимодействие между спортсменами, что, в принципе, им очень пригодится в будущем. Самое важное, что они вынесут из этого зала – это дружбу, это поддержку, братское плечо, и что будет им способствовать дальнейшей жизни и помогать.
Физическое развитие для школьников очень важно. Но как заинтересовать их спортом и в то же время не отпугнуть серьезным подходом к учебно-тренировочному процессу? Николай не начинает свои занятия со сложных технических элементов и неповторимых тактик. Он помогает ребятам постепенно влюбляться в спорт. Ну, в первую очередь, должен адаптироваться. Второй момент – начать получать удовольствие от вот этих рутинных моментов, где мы работаем где-то над дриблингом, где-то над взаимодействием. И уже в процессе этой работы ребенок начинает постигать, соответственно, саму игру и получать от нее удовольствие. На тренировках у Николая Бодрухина ребята внимательно слушают все указания педагога, запоминают технику выполнения упражнений, стараются ловко перемещаться, высоко прыгать и метко бросать. Таким образом, поставили себе цель стать хорошими баскетболистами и упорно к ней идут бок о бок с наставником. Мне очень нравится баскетбол тем, что это, во-первых, команда игра, и это не просто вот ты взял мяч и побежал и занес корзину, это нужно думать свое каждое движение, продумывать в защите свои действия. Тут не просто бегаешь с мячом, тут нужно соображать. Один хороший человек сказал, баскетбол – это легкая игра для умных. В конце этого месяца начнется набор детей дошкольного возраста в секцию баскетбола на коммерческой основе. Тренировки будут проходить по субботам и воскресеньям. А со следующего учебного года первоклассники тоже смогут заниматься этим видом спорта.